Айдар Шайхин – основатель научно-популярного проекта ГЛМ. Совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ он создает научные материалы на татарском языке. Это репортажи, интервью и различные статьи. Проект призван развить научный татарский язык и за время существования вызвал интерес у читателей. Однако интересует молодого человека и художественная литература. Совсем недавно Айдар закончил перевод пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Кстати, до этого он уже переводил часть пятой книги о юном маге, и сейчас этот отрывок читают во многих школах на уроках татарского языка. Возможно, именно перевод восьмой книги станет началом перевода остальных первых книг. Если у нас все получится с издательством, с изданием книги, тогда, возможно, у нас будет большой проект перевод всех книг Гарри Поттера. Несомненно, перевод с английского на татарский сопровождает множество лингвокультурологических нюансов. К примеру, слово «witch» – «ведьма» можно было бы перевести как «убырлы». Но в татарской культуре это понятие носит строго негативный характер. Соответственно, он не подходит для детского произведения, где ведьма Гермиона Грейнджер – это положительный персонаж. Поэтому Айдар использовал нейтральное слово «тылсымчи», а иногда вводил авторский неологизм – «тылсымщимбике». У Роулинг слово «хаус». Дом, например, дом Слизерина, дом Гриффиндора, я оставил так же, то есть у меня Гриффиндор юрта, Слизерин юрта. Это уже я сделал на основе того, что так, примерно в таком значении слово «юрт» используется еще до Стани и Дегей, это 14 век. Те, кто уже имели возможность ознакомиться с переводом Айдара, в целом одобрили работу и оставили положительные отзывы. Студент КФУ надеется, что его труды повлияют на повышение интереса молодежи к татарскому языку и литературе. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.